Флокс метельчатый саншайн эффектно смотрится в одиночных и групповых посадках. Травянистый многолетник вырастает до 120 см и красиво цветет кремово-желтыми соцветиями. Цветы не только украшают садовые посадки, но и наполняют воздух приятным ароматом. Пышные кусты используются для создания клумб и оформления бордюров. Для посадки флокса следует выбирать солнечные участки. Место размещения должно быть расположено недалеко от деревьев или высоких кустарников, чья тень защитит растение от дневной жары. Почва должна быть рыхлой, свежей и удобренной навозом. Растение нуждается в регулярных поливах. Флокс метельчатый саншайн – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Флокс прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Цветок окрашен в кремовый цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.